Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, где же найти скачанные файлы на Redmi Note 10 Pro. Заходим в проводник и нажимаем на иконку загрузки, или же создаем папку, которую мы потом назначим как папка для загрузочных файлов. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!